нужно что-то, значит, сказать на финалочку. В общем, получилось у меня такое завершение вот этой всей летней эпопеи. Сначала была череда свадеб, просто плотничком, а завершилась, как бы, вторая половина лета у меня была вся в предвыборной кампании. Это было очень сложно, и много мы снимали. И вот я решил сходить сюда на Гору Светлую, очиститься такой, сделать некий катарсис, чтобы войти в череду новых осенних, так сказать, съемок, которые меня уже ждут буквально с завтрашнего дня. Что еще сказать? Я здесь первый раз. Решил пойти сюда один, чтобы как бы прочувствовать максимально весь этот маршрут. Мне пугали, что здесь к концу сентября выходят медведи, потому что им нечего кушать. Они выходят ближе к людям, и я в интернете находил сообщение про то, что выходили медведи вот в эту часть Молоковки. Но, слава богу, я ничего не видел, хотя я взял с собой несколько бомбочек больших таких. Вот, встретил багульник, который только зацвел, я не знаю, ну один кустик. Я не знаю, почему так. Не так уж у нас и тепло сейчас. Но, видимо, что-то у него там сбилось в тайм-коде, и он решил зацвести. Вот, наверное, сюда еще раз я приду, уже когда, может быть, выпадет снежок. Все, пока. Садится самолет.